Видимо, не осталось уже такой страны, которую бы не оскорбили своим творчеством карикатуристы Шарли Эбдо. Теперь насмешки не стала терпеть Италия. Мэрия города Аматрича подала в суд на французские издания за публикацию карикатуры на жертв сильнейшего землетрясения. На этом рисунке трагедию представили в виде традиционных итальянских блюд. Двое пострадавших изображают пенни в томатном соусе и запеченную пасту. Рядом с ними находится лазанья с раздавленными людьми. Такие художества вызвали гнев как у итальянских политиков, так и простых граждан. Эти люди в конце августа пережили настоящую природную катастрофу. Землетрясение разрушило несколько старинных городов Аматричи, в числе наиболее пострадавших. Погибли почти 300 человек, и тысячи остались без крова. Шарли Эбдо уже давно прославились своими карикатурами на самые ужасающие события в мире. Стоят их публикации на тему терактов в Париже в ноябре 2015 года или на борту российского лайнера в Египте. Издание не изменило свою редакционную политику даже после того, как само подверглось атаке. В январе прошлого года радикалы напали на журналистов и убили 10 человек. Исламисты объявили теракт местью за карикатуры на пророка Мухаммеда.